номер 5. Щетников Владимир Михайлович и Щетникова Оксана Витальевна. Встречаем! Здравствуйте, дорогие мои дети! Наконец-то мы с вами! Полный зал! Я так рада вас видеть! А также мой Дедушка Мороз! А также мой Дед Мороз! Вот он у меня! Посмотри! Где Дед Мороз? Дедушка! Дед! Дед, ты постоянно... Вот он я, Снегурочка! Здравствуйте! Откуда ты? А я за билетом стоял, вот, в Дубае! Не Дубае, дедушка, Дубай! А, это курорт летний! Снегурочка, опоздал я совсем, ты знаешь, что я услышал? Говорят, дети перестали верить в Деда Мороза! Да что ты! И я что подумал? Поеду я в лето, купил себе билет... Дедушка, тебе нельзя в лето. Нельзя тебе в Дубай, дедушка. Жарко там очень. Ну что ж делать? Да ты знаешь, Снегурочка, я же серьезно, я же с чемоданом, да? Ну-ка, и что ты там собрал, интересно? Я и очки купил солнечные. Молодец. Говорят, там можно загореть. Можно. И даже купил. Не в твоем случае, дедушка. Даже? Дедушка. Шорты плавательные. Молодец, зеленый, как елка. Дедушка, нельзя тебе в Дубай, растаешь ты. Нет, решил и поеду. Говорят дети, Дед Мороз не настоящий, говорят. Настоящий, сейчас мы им докажем. Дети, нельзя Дед Мороза в Дубай отпускать, растает. Какой праздник без него? Давайте здесь ему устроим Дубай. Хорошо, поможете нам? Нет. И чтобы было все по-настоящему, нет, садись в самолет. Нет. Садись в самолет, как у нас там в самолете, помните? Стюардесса, на левый выход, направо. И прямо в Дубай! И турбулентность такая началась! Турбулентность! Прям вовсе! Турбулентность! Оп-оп-оп! Приземлились! Приземлились! Стоп! Молодцы! Дедушка! Это лето! Поздравляю! Правда, Снегурочка, прилетели что ли? Прилетели! Вот это лето! Вот это лето! Да не поверю, сейчас проверю! А что это? Как ты проверишь? А я сейчас возьму свой шнурок. Ты же не видел, нет, никогда. Дедушка, радуйся, посмотри, пляж тут. А говорят, там жарко. Я вот сейчас проверю свое ледяное дыхание. А ну-ка, посмотрим, давай. Летом действует оно или нет. Ну-ка. Ух ты! Не действует! Не действует! Не действует, действительно лето! Скорее, что? Давай к пляжу покажу, а то растаешь совсем! Скорее, куда? Дети! Куда идти-то? Вот! А смотрите, дети, давайте, чтобы полноценно было, первые 5 рядов, как чайки кричат, покажите! Молодцы! О, чайки! Молодцы, это чайки, Дедушка Мороз! Вторые 5 рядов, как море у нас волнуется, покажем дедушке море, настоящее волшебное море! Море, оно видно, говорят, что все были. Говорят, оно мокрое, ничего себе, ничего себе. Пароход как у нас гребудит? Молодцы! Пароход настоящий, пароход и плавает. Ничего себе. А последние пальмы, покажите с отдыхающим, какие пальмы у нас? Ой, а пальмы, это же не елки, а пальмы настоящие. Раз, два, три. Ох, чайки, море, пароход. Пальмы с отдыхающими! Молодцы, спасибо! Так тебе лето, дедушка! Ох, ты знаешь, хорошо лето, но, Снегурочка, что-то мне не так! Что-то в груди закололо! Может, назад? Знаю, что! Я уже заскучал по своим деткам! Да куда же я без вас, дети? Не поеду я ни в какое лето! Только чтобы я... Никогда не хотел, чтобы таких мыслей у меня больше не было. Пожалуйста, верьте в Деда Мороза, и я никогда, никогда вас не оставлю. И буду всегда с вами. И давайте еще раз поздравим друг друга с Новым годом. С Новым, Новым годом! С Новым годом! Ура! Уважаемые друзья! Ваши аплодисменты. Ребята, быстрее растаскивайте все, что нужно домой. Тащите все в дом, все нужно, все пригодится. Друзья, мы продолжаем. На сцену приглашается пара номер 6. Лакшин Никита и Гусева Екатерина.
Кристина, встречайте! Дорогие зрители, я не знала, что делать, но происходит что-то ужасное. Это вообще, в общем, моего дедушку вселился телевирус и проник в него просто полностью, он целый год. Вместо того, чтобы собирать детям подарки, он смотрел это телешоу, разные телешоу, телепередачи, все-все-все на свете, всю попсу переслушал. В общем, у него в голове случился каламбур, и сейчас я его даже заперла в гримерке, но он рвется сюда, он выломал дверь уже. Я не знаю, что за дверь? Будет, а? И сейчас он идет сюда. Что за дверь? Привет, долгопрудный аплодисмент. И дошел сейчас сюда. Но я не просто Дедушка Мороз, а я Дедушка Мороз города. Аплодисменты! Громче, 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 громче! Поздравляю с Новым годом космическим, эзотерическим. Счастья, счастья вам желаю. Я хочу вам пожелать только счастья и большого счастья! Счастья с Новым годом! Вашу! Дедушка, дедушка, да что ты говори? Ну что? Тут же дети на нас смотрят! Да что с тобой, дедушка? Ну приди в себя! Где я? Где я, внученька? Где? Дедушка, ты на конкурсе! Дед Морозов и Снегурочек! Простите, пожалуйста! Мы же готовили для вас! Внученька, да я этого телевизора пересмотрю! Да ты вообще все телешоу в этом виноваты! Меня затянуло! Телешоу виноваты все! Что? Что затянуло меня в телешоу? Телешоу — это просто вообще! Это просто супер, это нечто! Кстати, я знаю одно телешоу, оно идет на канале ТНТ. Я знаю, что это любимая передача «Долгопрудница». Вы тоже смотрите «Музыка, где у нас?» Сейчас я вам напомню. Да, вот это! Ну, аплодисменты, где, а? Любимая передача всех жителей Долгопрудного, я знаю. И самое главное, кто ее ведет? Напомните мне, пожалуйста. Кто? Кто? Конечно. Так вот. Ну, так вот, я круче Бузовой. Она Ольга Бузова. А я Дедушка Морозов. Музыку. Танцуют вместе с дедушкой. Ручки вверх, подняли все! И танцуй под дедушку, под дедушку Морозова. Ведь круче я Ольги Бузовой. Танцуй под дедушку, ручки подняли. Танцуй под дедушку. Все, дедушка, да пойдем. Дедушка, все, пойдем. Что ты мне мешаешь отдыхать, а? Ведь у меня же цвет настроения. У меня цвет настроения такой. Кстати, а какой бывает цвет настроения, а? Какой? Да сама ты синяя. Этого. Да сами вы черные. У меня, у Дедушки Мороза, цвет настроения красный поем. Сегодня Дедушка Мороз.
дорогие друзья, ваши аплодисменты. Судя по всему, у нас один Дед Мороз и Снегурочка не сможет присутствовать на награждении, потому что их увезла скорая помощь. Я думаю, что они скоро вернутся, потому что на следующую эту сцену выходит пара номер 7. Растиган Размик и Чигалидзе Мария. Встречайте! Здравствуйте, ребятишки! С наступающим, ребятишки! Мы начинаем! Зима, зима, дела сама.
И остается только дождаться решения нашего многоуважаемого жюри. Ну а чтобы мы не скучали, пока наше жюри решает, кто же получит самый главный приз из-за...